Нелюбимая. Белая река. Солдат любви. Стоп, ночь, подожди. Эти популярные песни мы знаем и любим в исполнении музыканта и композитора Батырхана Шукенова, которому сегодня могло бы исполниться 55 лет. Судьбоносной для него и группы «А-студио» в 1989 году стала песня «Джулия». Именно ее случайно увидел Филипп Киркоров и показал Алле Пугачевой. Та сразу предложила никому неизвестным музыкантам работать у себя в театре. Уже через год группа «А-студия» Батырхана Шукенова песню «Джулия» знала вся страна. Сегодня мы споем ее вместе с Денисом Клявером. Девчонка из далеких дней, по школе бегал я за ней, домой провожал, записки тайком писал. Мы незаметно подросли, и эти дни давно ушли, и я не скрывал, что лишь о тебе мечтал. Но только все пошло ко дну, я не знаю почему. Уехала ты в далекую страну. О-о-о-о. Тебя полюбят там опять, но будут по-другому звать. К чему вспоминать мне новое имя твое. О-о-о-о. Все вместе. Джули, Джулия, Джули, Джулия, Джули, Джулия, Джули. О-о-о. Не знаю я твой телефон, но разве мне поможет он? Не стану звонить, нам снова вдвоем не быть. Yeah. Не знаю новый адрес твой, но нас не сблизит он с тобой. Не стану писать, хоть много хочу сказать. Yeah. Развеялся былой обман, нас разделяет океан. Прощай и забудь, назад не пройти тот путь. О-о-о-о. Зачем напоминает грусть мне имя твое, ну и пусть. Я буду опять его про себя повторять. Я думаю, можно не про себя, можно все вместе. Джули, Джулия, Джули. Джулия, Джули, о-о-о. Джули, Джулия, Джули, Джулия, Джули, Джулия, Джули, о-о-о. Батыр, твои песни живут в наших сердцах. Ты с нами все время. С днем рождения.